Стопы вместе. Колени врозь. Разводим ноги. Коленями пошире, стопы вместе. Руки тыльными сторонами. Кладем ладони на бедра. Изнутри локтями отталкиваем пол. И приподнимаем вверх грудь. В спине прогиб. Легкие, шея ровная. Вдыхаем. Плечами, локтями толкаем пол. Глаза направлены в межбровье. Корневой замок сжат. Выдох. И руками подталкивайте бедра ниже, чтобы вытягивались внутренние поверхности тазобедренных суставов. Вдох. Выдох. Область паха тянется. Вдох. Глаза направлены в межбровье. Выдох. Вдох, еще раз. И выдох. Опускаем спину на пол. Вдох, колени сводим. Ставим стопы врозь. Ягодицы приподнимите, подверните таз, прижмите поясницу к полу, поднимите голову, плечи. После этого вытянулись. Так, пальцы переплетаем сзади, беремся за голову и динамично левым локтем к правому колену, потом правым к левому. Раскачиваемся. Раз, скручивания такие. Два. Весом работаем. Три. Стопы прижаты к полу. Четыре. Делаем. Пять. Шесть. Восемь. Девять. И десять. Пальцы поменяйте в замке. Еще. Голову обхватили плотно локтями. Тянемся. Раз. Левым локтем к правому колену. Два. Работаем, Никита. Активнее. Два. Три. Пресс включаем. Четыре. Пять. Семь, восемь, девять и десять. Хорошо. Руки на колени, на бедра положили. Приподнят крестец ягодицы. Вдохнули. Выдох. Тянемся изо всех сил вперед. Хорошо. Раскатываем спину по полу, руки в стороны. Левую ногу оплетаем вокруг правой. Переплетаем. Полностью. Переплетаем. Во. Теперь смещаем таз справа. Оттягиваем ноги сначала вверх, так, чтобы поясница прижалась к полу. И опускаем после этого ноги в левую сторону. Если не получается ноги переплести, просто их скрещиваем. Колени выше, Никит, ближе к животу. Угу. Ну. Бедра должны быть где-то как-то перпендикулярно корпусу. Прямой угол формируется между бедрами и корпусом. О, привет, Джуна. Ты Джуна? Ты Джуна? Нам пришла Джуна.
Так, хорошо. Чон, чуже, до мене швидко. А ну, швидко. Чун, я Хорошо. В другую сторону ноги не меняем. Все переплетение остается то же самое. Таз только сдвигаем теперь влево. Таз влево. Ноги вверх. Поясница прижалась к полу и опустили теперь справа. Ноги в том же сплетении. Никит, выше ноги подтягивай. Выше, выше, выше. Еще. Вот так. И опускай коленями постепенно вниз, плечи прижаты к полу, дыхаем. Выдох. Возвращаемся в центр. Меняем ноги. Теперь расплетаем. И другое сплетение. Правое сверху левое. Таз двинулся вправо. В первую сторону, которую мы сдвигали таз. Подальше таз сдвигаем. Поднимаем ноги. Поясница прижалась. И теперь опять слева. В другом сплетении ноги опускаем. Плечи на полу. Растягивайте бедра ближе к животу. Ну, выше, Никит, выше. Чуть-чуть можешь разогнуть ноги сильнее. И выше поднять колени к животу. Плечи на полу. Таз тут подворачивается. Спина вытягивается. Мышцы живота подтянутся. Выдох. Хорошо, разворот в центр. Сплетение ног не меняем, смещаем таз влево. Двиньте подальше таз влево, поднимите ноги. Покачайтесь так, чтобы поясница прижалась к полу и опускаем справа. Ноги в том же сплетении, не спеша, подтягивая бедра ближе к животу. Выдыхаем. Еще не И дальше таз надо сдвинуть в левую сторону. О! И теперь ноги аккуратно. Право. И кто смотрит на левую руку, плечо левое прижато к полу. Выдох. Давай подними ноги вверх. Никита, давай ноги. Все. И теперь опускай. О-о-о. Во. Опустили. Во.
Раздыхаем. И выдох. Хорошо, поднимаем ноги в центр. Раз, летаем. Так, пойдем по центру, подтягиваем ноги к себе, обнимаем. И покачаемся на спине. Раз. Три. Четыре. От креста до лопаток. Пять. Садимся. Ноги врозь. Пошире, носки оттягиваем. Так, руки за спиной, пальцы назад. Вдох. Приподнимите таз, толкните его повыше. Шире развейте ноги. Сместите таз больше вперед. Выдох, опустили таз на пол. Носки оттягиваем, мизинцы стараемся развернуть, опустить на пол. Грудь вперед, голова назад. Выдох. Вдох, прогибаемся, сжимайте корневой замок. Руки шире ноги, носки острее. Плечи назад, 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 подбородок вверх. И грудь вперед, больше солнечное сплетение вперед. Дугу делаем. Еще, Никита. Выше, выше. Во-во-во-во. Выталкивая грудь, своди лопатки. Вдох. Выдох. Толкаем, толкаем лопатками. Никита, работаем, работаем. Плечи больше назад, грудь больше вперед. Подбородок вверх. Давай, 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 давай. Грудной отдел, Макс, тоже повис. Во! Не висим. Хорошо, выходим из этого положения. За подбородком вытянулись. Выдох, сводим ноги уже. Оп, носки на себя. Стена себя, ноги на ширине коврика. Можно за ковриком пятки, либо на самой границе коврика упираем. Руки перед собой, носки натянуты на себя. И уйдите руками вперед. Колени изначально присогнуты. Уходим, уходим вперед. Локти присогнуты слегка. Стараемся корпус опустить между бедер. Для начала колени присогнуты. И вытягивайте за макушкой. Шея расслаблена. Голова свисает вниз. Вот так. Угу, вдыхаем. Выдох. Вдох, еще раз. Никита, больше вытягивайся, тянись, тянись. Вперед. И выдох. Хорошо, подъем. Вдох. И ложимся в шавасану. С выдохом. Ноги врозь, раскатываем. Корпус по полу. Пятки выталкиваем, плечи. Распрямляем.
Голову приподнимите руками, вытяните шею, опустите затылок на пол. Потом и помассируйте волосяную часть головы кончиками пальцев. Хорошо, проминаем. Кладем руки вдоль тела. Ладони открыты вверх, плечи расправьте. Пятки вытолкните. Глубоко вдохните. И с выдохом погружаемся в расслабление всем телом.